Значит, это снова я. Короче, пришла с магазина. Ну, вы уже видели, да? Пюрешку погрела. С курочкой. Вот у меня пюрешка с курочкой. Очень вкусная. Еще у меня вот такая лепешка. Вообще такие обалденные лепешки. Их только испекли. Всем приятного аппетита. А кому не нравится, тебе тоже приятного аппетита. Ладно, тут еще селедка осталась, надо доесть. Нюхаемся. А там одна мадам написала: какие ногти? И знаешь, я тебя даже не спрошу, какие, никакие. Ты вообще кто такая? Ты зашла на чужой канал. Пишешь всякую гадость. За собой следи. Ты вообще кто? Кошки тут сидят, тоже ждут. Так что вот так поняла меня. Сейчас мне закрутится, скажу кто-то. Комментарии, да? Сейчас почитаем. Наташа с Украины, тебе большой-большой привет. Маргарита, тебе тоже большой привет. Вера, тебе тоже привет от меня. И Виталику тоже. Татьяна Дерягина, себя пожалей. Так, Татьяна. Татьяна, да? Тебя зовут Татьяна. Вот какого хера ты пишешь мне на моем канале? Ты вообще кто? Наташа Тимирис, тебе большой привет. Я не знаю, почему я ухожу у тебя из подписок. Это, видать, что-то YouTube творит. Также семейный подряд, тебе тоже большой-большой привет от меня. Человек, Катюха, тебе тоже от меня привет. Молодец, что ты за меня там отвечаешь. Аленочка. По-моему, это Аленочка, да, зовут? Тебе тоже от меня привет. Илюшки-мишки тоже. Милой, ты от меня привет. Огромный.
Татьяна, что я тебе еще могу сказать? Следи за собой. А не за другими людьми. Ты почему людям грубостью отвечаешь? Вот как ты мне пишешь, так я тебе отвечаю, запомни. Это раз и навсегда. Ты мне гадость написала, я тебе гадостью ответила. А еще раз напишешь, улетишь в бан. Поняла меня? В это время 12 часов дня, у меня обед. И очень-очень вкусный обед. А кто сидит на диете? Я вам только сочувствую. Картошечка у меня, короче, обжаренная с лучком. Ну как, на масле, на сливочном лук обжариваете, потом в картошечку. Полинка, тебе тоже привет, и Снежане тоже привет от меня. Ну, вроде все. Ну ладно, короче, на этом всем пока. А ты, Татьяна, помни, как ты со мной, так и я с тобой. Goodbye.